ما تعرف دبابة دبابة في جوا الله أكبر الله أكبر تدمير دبابة هاي جوبر دمشقي جبل هاي جوبر الله أكبر خلاص الدبابة بس ماشي عليه ما الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
اكبر وعزة الله لواء حذيفة بن اليمان قام بتدمير دبابة الله أكبر وما أنا ما يدري ما يدري لكن الله أكبر اللهم سدرني يا رب الله أكبر لكن العساكر شعفوا الله أكبر 23/6 2013 تم تدمير عربية BMW الله أكبر ولله الحمد تم تدمير عربية BMW على المتحلق الجنوبي Террористы выгнали жителей из домов, прилегающих к трассе, и активизировали нападение на проезжающие автомобили. Войскам поставлена задача очистить от боевиков эти дома и обеспечить безопасность дороги. Высокая плотность застройки усложняет задачу. Каждое окно – угроза. В каждом доме может находиться огневая точка боевиков. На трассу выходят бронегруппы.
Группа боевиков прокралась в здание возле дороги с другой стороны. Это было не очень удачной затеей. Их обнаружили. После первого выстрела корректировщиками опять обнаружено движение. Видимо, выбрались террористы, которые сидели в подвале. Поэтому боевикам были выданы вторая и третья порции. И на десерт удар артиллерии. Артиллеристы сработали отлично, поразив цель первым выстрелом, несмотря на дальность несколько километров. Добавки не потребовалось. Танки прикрываются дымом. Наблюдатели наводят их на цели. Пехота приступает к зачистке. Террористы открыли огонь. Пехота отходит, и ответный удар следует незамедлительно. Пощады террористам ждать не приходится.
камера есть. Водитель грузовика убит снайпером боевиков. Из-за постоянной стрельбы снайперов родственники не могут забрать тело. Они попросили о помощи солдат. Командир танка находит решение. Бой за дорогу продолжается. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. В то время, как на левом фланге идет борьба за безопасность трассы, на правом войска начинают освобождение промышленных объектов. Пехоте при поддержке танков и БМП предстоит атаковать несколько зданий. В зданиях находится большое число хорошо защищенных огневых точек, что затрудняет штурм. Улица, по которой пехоте предстоит продвигаться, простреливается множеством снайперов и пулеметных расчетов. Разведку боем производит бронетехника. Танки прикрывают друг друга, не давая высунуться гранатометчикам боевиков. Сзади танки прикрывает БМП. В действие вступает пехота. Под плотным огнем противника солдаты не могут атаковать и вынуждены идти вперед, прикрываясь танками. Задача танкистов – довести пехоту до ближайшего атакуемого здания. Необходимо довести пехоту до баррикады, чтобы рывком влево она могла ворваться в здание.
Бандиты обстреливают танки. Пушка БМП помогает им успокоиться. Как только наблюдатели обнаруживают противника, танки открывают огонь. Боевики пытаются достать пехоту, но она под надежной защитой. Медленно, но верно, солдаты идут вперед. Огневые точки в атакуемом здании наконец уничтожены.
Танки подавляют огонь по пехоте, ведущейся с других зданий. Эти дома будут следующей целью. А теперь под прикрытием левого танка на штурм. Очищенное от боевиков здание. Выполнив задачу, машины возвращаются. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху там тавдир дабаби. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар, хадид ахлислам джамай, там тавдир дабаби. الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله والنصر للإسلام والمسلمين سنقول بجسر الشغور الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله تكبير الله أكبر الدبابة عبترمي عبترمي للجنوب هاي الدبابة اللي طلعت من مدرسة الحكمة ووقفت عبترمي باتجاه الجنوب كيف كيف متعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر في نص الدبابة في نص الدبابة الله أكبر الله أكبر يا شباب أقسم بالله نزلوا عساكر اطلعوا عساكر اطلعوا عساكر الله اكبر ابو زيدان اعطيني احكي تمام تمام ان شاء الله قريبا يا شباب الدبابة دعست عسكري اقسم بالله دعست عسكري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الدبابه سحبت عبد الحميد فضل